Красногорская госавтоинспекция за трезвость на дорогах. Сотрудники ГИБДД проводят очередной профилактический рейд в рамках социального раунда, вручают водителям памятки и напоминают. Перед рулем неблаговременно, лучше не стоит потрясать. Но это все. Всего хорошего, удачи. До свидания, спасибо. Напомнить об ответственности, которая последует за вождением в нетрезвом виде, тоже не будет лишним. Если такой автомобилист остановлен на дороге сотрудником ГИБДД, то снова сесть за руль водитель сможет не скоро. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях 12.8, часть 1, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления на срок 1,5 года. Результаты могут быть и страшнее. Это дорожно-транспортные происшествия, гибель или тяжкий вред как собственному здоровью, так и других автомобилистов и пешеходов. Статистика ГИБДД в этом плане приводит неутешительные цифры. За первые полгода 2020-го в Московской области из 2078 аварий 251 с участием нетрезвых водителей. Поэтому особый упор госавтоинспекция делает на профилактику и регулярно проводит такие рейды. В ходе проверки в Красногорске безответственных автомобилистов инспекторы ДПС не выявили.